Доброе утро всем. Сегодня у нас 15 октября. Вышел опять половить рюмов. Вчера, когда ходил ловить щеглов, на полях видел, летало много рюмов. Поэтому хочу еще раз попробовать. Сетку сегодня взял побольше, 20 на 3 кверху. Времени 5 минут 8. Посмотрим, как сложится сегодня ловля. А, взял еще с собой сегодня репала и щегла. Будем пробовать. Прилетело 6 рюмов, остался один рюм, вот он, ловим дальше. Вот он какой, наверное, самочка, слабый раскат. Вот еще 2 рюма, вот такие красавцы. Один уже с явно выраженными рожками. Какой? 4 штуки уже. Попалось еще 3 рюма. Эти вообще красавчики. Уже у них коричневые спинки. Ну, красавцы, в общем, уже. Вот они какие. На, скоро будет выпускать рюмов, уже 6 штук у меня там сидит. Купил я несколько колышек, воткнул репья, чтобы половить щеглов. И вот попалось уже несколько щеглов, стайка прилетела. Вот. Раз. Вот второй щеглиха. Вот третий. Ну ничего хорошего. Будем доставать. Сейчас рюмов я выпущу, пойду. А щеглов половлю. Времени 10 часов. Выпускаю рюмов. Вон какую стаю сегодня наловил. Красавчики. Вот они.
Считаем их. А теперь будем ловить щеглов. Вот первые три щегла, молодежь пока. Придержим до конца ловли, потом отпустим. Попался еще один щегол, вот этот крупный красавец. Какой. Попался еще один щегол. Щегол тоже красавец, с широкой лентой. Красавчик, в общем. Ловим дальше. Опять попался рюм, без рюма прямо воткнулся, стая летела и все. Пускаем. Временем без 15:11, пошел дождь, паутину я уже смотал. Выпускаем щеглов и собираемся домой. Вот таких я сегодня щегольчиков наловил. 5 штук, 2 хороших. Один крупный, один с широкой лентой, тоже неплохой. Вот они какие. Выпускаем. Подписываемся на канал. До новых встреч.